представляю вам свой новый проект. Вначале прослушайте сказочку. Изменяет, добавляет, удаляет, приносит и привносит, понимание не просит. Ну ладно, хватит. А что? Дай мне поговорить, тоже хочу. Ну ладно, что ли? Художник. Гриб художник изменяет, добавляет, удаляет, переносит и привносит. Понимание не просит, мир, что белым был, покрасил, красоты не приукрасил, пустоты не уничтожил, хоть и не в Тибете прожил, не спеша и планомерно, плоскостно и многомерно, лист меняет он бумаги, появляются овраги, лес дремучий и луга, в небе лунные рога, так наш гриб в который раз создает обман для глаз. Все реально и лояльно, хорошо, нетривиально. Вот травинка, вот грибок, еле старенький пенек, мох, осина и кусты. Нету проще красоты, за штрихом еще штришок, снова маленький грибок. Если ж нет здесь перспективы, смело вносит коррективы. Лишь движение рукой, вот и сам в картине той.